Полинка, а спорим на 5000, что ты не переведешь эту капибару себе на футболку? Так это ж легко, спорим, конечно, но денежки вперед. 2, 4 и еще. Ты серьезно? Ну спорим, берем скотч и приклеим сюда нашу капибару. Готово? Нет, так не пойдет, я сказал перевести на футболку. Ладно, знаю я один способ, недавно видела в новой социальной сети. Вырезаем нашу капибару. Капибара. И заворачиваем ее в пищевую пленку. Вот так, кладем футболку, капибару, а сверху пергамент. Теперь нужно все прогладить, я это буду делать на гладильной доске. Да ничего у тебя не получится, а лучше пока расскажи про новую социальную сеть. Ну слушай, там есть музыка, фильмы, ролики, все бесплатно, ничего лишнего. И при этом нет рекламы. А самое крутое, что там есть монетизация. Ты получишь 5 монет в день за пользование соцсетью. А если снимаешь ролики, то получишь 50 монет за каждую 1000 просмотров. А если наберешь 1 миллион просмотров, то получишь 5 миллионов монет. Ого, нифига себе, а как называется? Сейчас начну выкладывать видео и будет на что с тобой спорить. Ярус? Ну что, посмотрим, что у нас получилось? Вот, смотри! Бам! И денежки мои! Офигенно получилось! Лайк и подписка тебе! Спасибо!